Сегодня муфтия Дагестана посетил посол Индонезии Мухаммад Вахид Суприяди. Гость отметил, что давно хотел посетить Дагестан и встретиться с шейхом, но не удавалось найти для этого удобного времени. Он рассказал о своей поездке в Дербент и поделился положительными впечатлениями со встречи с торговцами махачкалинского рынка. Муфтий республики, в свою очередь, также поблагодарил за визит почетного гостя. На встрече также присутствовал министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. Далее делегация направилась в центральную мечеть Махачкалы. Для почетных гостей провели экскурсию и рассказали об истории зарождения мечети и ее особенностях. После гости из Индонезии в сопровождении муфтия Дагестана посетили территорию строящегося духовного центра имени пророка Иссы, мир ему. Им показали и рассказали о масштабах проекта и объектах, которые будут в ней расположены. В завершение члены делегации посадили деревья на территории будущего парка, прилегающего к мечети имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение.